кто такой дядя полицейский? Это такая работа, кто следит за порядком. Это люди, которые следят за городом. Женщины и мужчины. Полицейские, они важны тем, что они очень хорошую работу нашли. И поэтому их все называют герои. Это человек, который защищает весь город от преступников, которые грабят деньги. Они борются с бандитами и с преступниками. Какими качествами он должен обладать? Сильный, страшный, ловкий, смелый, храбрый, находчивым, щедрым, отважный, не трусь, смелый, не бояться каких-то там препятствий. Он должен все делать быстро, чтобы он успевал. Хороший, быть отважный, смелый, героические поступки совершать. Чем опасна его работа? Тем, что он защищает весь город. Может полицейский болячку получить или пострадать кто-то может из-за такого. Его может бандит ударить, или стрельнуть в него пулей, или может он взять ножик и куда-то ему там зарядить, и тогда полицейский умрет от этого. Может преступник накинуться и убить его. На него можно напасть преступник, зарезать, убить или пристрелить. Какая форма у полицейского? Темно-синего цвета. Не мятая. Непроникаемая. Шорты и синие. И фуражка. Ну, у него есть еще значок. Есть еще такие желтые квадратики, где написано ДПС. Его должен быть пистолет, наручники, специальная палка, чтобы когда он останавливает, вот так вот, чтобы никто мимо не проехал.